Уже в ноябре в Серпухове планируется открытие музея кукол и дома мороженого. Сейчас в помещении на улице Советской идет ремонт. Тем не менее, с экспонатами будущей выставки серпуховичи смогли познакомиться в рамках празднования Дня города. Это порядка 50 кукол, созданных местными мастерицами. Кроме того, всем желающим предлагали попробовать самое разнообразное мороженое. Есть планы на этой площадке у ворот музея кукол постоянно проводить вернисажи, новогодние какие-то ярмарки, рождественские. То есть приглашать сюда художников, музыкантов. Хочется, чтобы вот эта маленькая площадь, которая перед воротами музея кукол и дома мороженое, постоянно привлекала творческих людей и граждан. Для увеличения туристического потока в Серпухове в администрации запланирован целый комплекс мероприятий. Так уже открыты два новых музея – печати и хлеба.